30 октября в Министерстве спорта Омской области глава ведомства Дмитрий Грекорянц встретился с победителями международных соревнований по рукопашному бою и воспитанниками спортивной школы Олимпийского резерва номер 28, а также их тренерами и представителями федерации. В октябре в Лейпциге Илья Иващенко стал победителем Кубка мира в весовой категории до 85 килограммов, попутно выполнив норматив мастера спорта международного класса. Конечно, очень рад, что победил. Это в первую очередь заслуга тренеров, и команды, то, что помогали подготавливаться. Артем Нужнов на Кубке мира занял 3-е место. Зато на чемпионате Азии по рукопашному бою в Киргизии ему не было равных. Артем выиграл все бои и досрочно занял 1-е место. Домой он вернулся с чемпионским поясом. В финале я встретился с местным спортсменом из Киргизии. Мне удалось провести удушающий прием и одержать победу. Безусловно, очень приятно привести такой трофей в родные земли, так скажем, в Сибирь, и быть примером для молодого поколения. Еще один воспитанник Омской школы Николай Мига стал победителем первенства мира среди юношей, одержав досрочную победу в 2 боях турнира. Тренировались мы все лето, определенно первенство мира, мы проделали большую работу. У нас был поставлен цель, у нас была разработан план тренировок. Мы развивали скоростную атаку, борьбу, физические данные. Встречался я с разными бойцами. В финале встретился с бойцом из Узбекистана. До финала встретился с бойцом из Армении. Оба боя выиграл досрочно. Дмитрий Грекорянц поблагодарил спортсменов и их тренеров за проделанную работу и пожелал не останавливаться на достигнутом.